работает по всему нашему государству. Более чем 5300 пунктов обогрева во всех городах, во всех районных центрах и 1100 социальных бригад. Социальные бригады – это бригады, которые постоянно передвигаются по городам, особенно в тех местах, где людям наиболее нужен обогрев. И в мобильные пункты, и в социальные бригады входят работники МЧС, медицины, соцобеспечения. Волонтеры очень часто предлагают свои услуги. И около 55 тысяч людей было спасено от мороза в таких пунктах и социальными бригадами. Олександр Вілкул звернув увагу керівників областей, міст та районів на забезпеченні безперебійного функціонування каналізаційних мереж, водозаборів, дренажних систем, аби танення великого снігу не призвело до підтоплень. Согласно прогнозу гидромедцентра, во второй половине февраля будет резкое потепление до плюс 10. Учитывая, что большой покров снега, сейчас отдельно мы даем поручение городским властям, областным властям, тоже спасателям, отдельное внимание уделить на прочистку ливневок и на прочистку коллекторов, работая на упреждение.